первоклассники. И вот настал день, когда мы закончили наш первый школьный год. Он очень быстро пролетел, мы пришли очень маленькими в школу, теперь вроде и повзрослели, поумнели, больше знаете, умеете писать, читать. Я вас поздравляю с окончанием первого класса и желаю успехов в дальнейшей вашей учебе и учитесь так, как вы учились в первом классе. Я очень довольна. Выражаю вам большую благодарность за ваше усердие. Вы очень хорошо все учились, вели себя прилежно. Желаю вам дальнейших успехов. Будьте здоровы и дерзайте дальше. Пока, друзья!
Буду у
умным стану. Нашу школе буду я хорошо учиться, помогать своим друзьям дома не лениться. Вот я смотрю на всех, это школьный праздник. Малыши, ну просто смех, я же первоклассник. Буду хорошо учиться и мечтаю я о том, чтоб в учебе отличиться и как папа стать врачом. Все науки изучу и скажу вам, не это я. Я детей учить хочу, как и бабушка моя. У меня сегодня праздник, я сегодня первоклассник. Я иду сегодня первый раз, самый лучший первый класс. День сегодня очень важный. Да ну ее в болото.
Когда-нибудь хоть на школьников взглянуть. И зачем вам эта школа? 1000 лет живу на свете, не пишу и не читаю, лишь лягушек развлекаю. А в школе-то хорошо? Хорошо в школе? Да! Да. Что ли, тоже записаться? Запишись, чего бояться? Нет, одному-то страшновато. Вот позвать у меня, ребята, хоть кикимору, подругу. Может, та поможет другу. Подожди, да ты проснись, хорошенько осмотрись. И что делается в свете? В школу поступают дети. Эка, не видай какая. Что за школа-то такая? Это где тебя сперва помучат, но зато всему научат. А что мне учить? Не знаю. Я и так сама все знаю. Ну, заладила опять. Надо толком все узнать. Если в школу мы поступим, вдруг еще умнее будем. Объясните ей получше, хоть чему в той школе учат. Объясним, ребята, чему учат в школе? Да! Встаньте, объясни. Давайте попробуем объяснить. Красавица, разве я могу?
За этот танец я дарю тебе лягушку. Не лягушку, но постой, получай ее. Эй, не стыдно вам? Ну-ка быстро по углам. Это он. Да нет, она. Нам здесь драка не нужна. Хорошо, давай с песенку споем, хоть они еще про школу узнают больше. Иди сюда, помолчай. Дыша руках цветов в букет. А папу, маму помогались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, дерево замки. Школа, школа, уроки ежедневные. Школа, школа, учителю доски. Твоей любовью мы согреты. Школа, школа, дерево замки. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски. Твоей любовью мы согреты. Мы входим в классы ежедневно. Я знаю, парень, нас не тетрадь. Английский, русский, рисование. Смогли бы много рассказать. Мы с вами пели и читали. Играя, выучили нас. Спасибо, школа дорогая. И все науки, это класс. Школа, школа. Ничего вы не знаете или знаете, забыла, русский давно учил. Давайте еще, давайте подскажем и расскажем, чему же мы научились еще и по русскому языку. Да, Миша, первая битва. Первая битва. Сулечка. Сейчас чего учили в школе? Вот русский наш язык, родной, богатый, мудрый. Он такой, как бывают звуки разные, согласные и гласные. Мягкий знак, хитрый знак, не назвать его никак. Молчаливый твердый знак, не произносится никак. Понятно, старушка? Все про буквы рассказали. Да. Еще расскажем сейчас. Еще. Садитесь, ребята. Следующая пятерка. Марин. В сочетаниях жи-ши только и всегда пиши. В сочетаниях чай-ша пиши только букву А. В сочетаниях жи-ши пиши только букву У. Букв сначала мы не знали, мама сказки нам читали. А теперь читаем сами, погружили в сказки с нами. Хорошо, садитесь. Ну давайте спишем, как хорошо ли уметь читать, расскажем. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти, прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, не прочитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и прочитать. Да. Слышите, старушка, как они еще знают, как хорошо уметь читать. Следующий давайте еще мы расскажем старушке, что мы еще знаем. Давайте. Арамбиозный насос. Каянеакопян. Тигранапу. Тигранапу.
ключи ко всем хорошим книжкам. Дорогу здесь не позабудь, ключей во всем связку. Любой? В любой рассказ найдешь ты путь, войдешь в любую сказку. Прочтешь ты книги о зверях, растениях и машинах. Ты побываешь на морях и на святых вершинах. Тебе чудес некая откроет путь от Бога. Адоля! Садитесь. Тоже непонятно, шипогляд? Тоже? Понятно. Чуть-чуть понятно? Да, мы еще сейчас скажем про книжки. Мелине, Мелияна и... Вот, когда мы уже знаем букву, умеем и книжки читать. И давайте скажите по книжке книга. Книга верный, книга первый, книга лучший, друг ребят. Нам никак нельзя без книжки, нам никак нельзя без книжки. Все ребята говорят. В день рождения подарок хочешь другу подарить. Принеси ему эту книгу, будет век благодарить. Давайте и про книжку тоже споем. Садитесь, Гаяна Акупя, Абрамя и Адрина. Слушаем музыку, давайте и споем. Хоть так сказать, споем. У осин он нашел еще один.
Кто нам скажет, сколько крот нашел грибов? Три. Опять три? В класс пошла Марина, а за ней Арина. А потом пришел Игнат. Сколько стало всех ребят? Три. Только до трех умеет считать старушка. Только загадки до трех. Да? Сейчас посмотрим. Интересно, сейчас посмотрим. Нам этим взлетел петух, повстречал еще там двух. Сколько стало петухов? Три. Тоже три. После грядки две лопатки, после грядки три лопатки. После все лопатки сосчитать, сколько будет? Ровно пять. Ну, хотя бы даже три дошли. Все, умеешь считать? Мы еще и песенку вам споем про цифры и про числа. Послушайте, ставьте. Два, три, два, четыре, два, три, два, четыре. Это всем известно в целом мире. Два, три, два, четыре, два, три, два, четыре. Это всем известно в целом мире. Два, три, два, четыре, два, три, два, четыре. Задачки решены. А знаете ли вы сказки? Да. Да. Да, сказки знаем. Покажем наши сейчас знания. С букварем шагает в школу. Деревянный мунчуган попадает вместо в школы полотняный балаган. О ком это сказка? О ком это сказка, ребята? Деревянный мальчуган. Буратино. Отгадали. Ну, давайте послушаем песенку. Правильно ли вы отгадали? Сейчас. Ты хочешь играть?
загадку отгадали. Герои сказки, еще у вас вопросы к нам, Бабуль? Да. Да. Девочка хорошая, по лесу идет, но не знает девочка, что опасно ждет. За кустами светится пара злющих глаз. Кто-то страшный встретится, девочки, сейчас! Красавица! Блин, отказали. Ну, раз отдали вам приз, песня от Красной Шапочки. Вот Красная Шапочка к вам пришла. А волк, волк там сидит за кустами, ждет Красную Шапочку. Послушаем, раз отгадали.
осень дивижова. Ага. А в этой семье
первого класса. Так что я вас еще раз поздравляю. Будьте здоровы, учитесь хорошо и получайте как много больше дипломов и грамот в вашей жизни. Достигайте больших высот. Хорошо, я вас уверена, вы большие молодцы. Еще раз я вас всех поздравляю. А вы нам что-нибудь скажете про первый свой класс? Вот, начнем? Да. Вот. Вот прошел учебный год, а как мы устали, но зато в начале год мы взрослее стали. Мы со школой. Мы со школой подружились, на всех-то да-да-да, не ленились, хоть шарили, иногда да-да-да. Целый год мы мир познавали, мы читали, считали, писали. И как зарплата нам были оценки, а в награду призы и переменки. Целый год мы познавали, для себя мы так много узнали. Но звенит голосистый звонок, до свидания, с вами Булёк. Целый год мы познавали, и признаться немного устали. До свидания, школа и класс, ожидают каникулы нас. Летели? Летели птица, птица меня вели. Кадару-дару, как сейчас, пусть сейчас рождение. Тебе спасибо, ответ вопрос. Чего ты громко считаешь? Дальше, Кайане. За науку. За науку. За науку. И порою, чтобы взять победу на класс второй. Я говорю спасибо школе и вам, учитель, первому. А? Нам? Нам сказать сегодня нужно. Кто там мешает там? Самый крупный, самый сложный, кто останется для нас. Мы уже умеем ставить, управлять и вычитать. Слогами, а словами предложения читать. Очень много я узнали, научились мы писать, но, конечно, уставали, и хотелось поиграть. Школьный год уже закончен, он был поздним и скучным. Ромка? Мы, я знаю, это точно, второклассники, теперь. Будем снова мы учиться и делить, и умножать. Нам не станем торопиться, будем летом отдыхать. Нам сейчас остаться нужно, загрустила детвора. До свидания, класс нас служит, тут каникулы, ура! Первый класс. Год назад ты принял нас, перешли мы во второй и прощаемся с тобой. Нет, доска картонной карты, вместе с нами перейдут. Чуть повыше станут парты, вместе с нами подрастут. Полюбили мы друг друга, за подруг ставим город. И со мной моя подруга переходит во второй. А учительница тоже? Впрочем, раз у нас с тобой? Нет, учительница тоже переходит во второй. Дальше Вика, прощай. Прощай, любимый. Прощай, любимый, первый класс, и лучшим в жизни был у нас. А сейчас пришла пора отдохнуть немножко. На каникулы, ура! На каникулы! Ура! Летом за окошком. Нас проводит до ворот школьная дорожка. Школа тоже отдохнет от забот немножко. Ага. И сегодня на прощание скажем мы последний раз. Всем спасибо, до свидания, до свидания. Всем вместе. До свидания, первый класс! Ну, пятиклассники. Первый класс закончили, первый школьный год. Впереди таких еще десяток ждет. Научились за год вы читать, писать. Успехов вам желаю, планку не снижать. Буквы, цифры пока не знаем, много получили. Так держать и не сдаваться, на уроках улыбаться. На отлично ты учись, и с друзьями не делись. Приносит давно десятки, можно изредка девятки.
Первоклассник, милый наш, ты окончил первый класс. Поздравления принимай, хорошо запоминай. Пой, танцуй и веселись, помогай всем, не ленись. И веди себя прилично, тогда будет все отлично. Хорошо. Вот и закончился ваш праздник. Вы теперь второклассники, ребята. Но детство ваше продолжается. Спасибо, я очень счастлива, что работаю с такими прекрасными детьми. Действительно хороший класс, очень хороший. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.